Здравствуйте, дорогие! Я сейчас делаю расклад на тему, как успокоиться сейчас в наше время. Сейчас не очень легкое время, мягко скажем, по всему миру идет, все нервничают, боятся за свое здоровье, здоровье своей семьи. Я сейчас делаю небольшой расклад, чистку с черной свечой. Вы видите горящую черную свечу, которая уберет весь негатив. Вот у меня карты здесь уже лежат на моем столе. Карта дерева, карта здоровья. Здесь луна и карта развилка. Все очень переживают, все на эмоциях, на нервах. Не знают, что делать. Паника. Я сейчас немного помогу снять это напряжение. Что нужно делать в первую очередь, просим у карт. Это карта крысы. Успокоиться. Ни в коем случае не нервничать. Успокойтесь. Карта дом. Карта дом. Больше времени проводите в доме. Не выходите. Меньше старайтесь выходить в общественные места. Карта коса. Уберите все препятствия, какие у вас есть. Не переживайте. Нужно отсечь все ненужное, что мешает вашему спокойствию. Карта сердца. Не переживайте сильно за себя и за своих близких. Карта всадник. Видно вам, да, надеюсь? Карта всадник. Меньше двигаться, больше сидеть в доме. Опять же повторюсь, есть защита. Защита – это тотемное животное, медведь. Все будет хорошо. Вот, все будет хорошо. Скоро все переменится. Все изменится в лучшую сторону. Карта совы. Это то, что вот сейчас я вам говорю. Послушайте меня. Вот карта, карта ключ. Это то, что я сейчас делаю. Помогаю вам. Карта букет. Все наладится. Со здоровьем все будет хорошо. Нервы успокоятся. Карта метла. Все выметится плохое. Выметайте все из своего организма. У вас стоит защита по карте. Башня стоит защита. Мощная защита. Защита вам и вашей семье по карте аисты. Вот то, что сейчас я говорю, делаю. Такой обряд, ритуал, расклад с картами со своими. По карте гора ставится защита. Успокойтесь. И вот итоговая карта. Карта. Это якорь. Все будет стабильно. Не переживайте. Желаю всем покоя, здоровья и самого наилучшего. С вами была ваша Елена. До свидания.